Под громкую танцевальную музыку все участницы выходят на сцену. Это первый конкурс для девушек под названием «Знакомство». Давайте громче, друзья, не слышно вас! Второй конкурс «Все дамы в деловых костюмах» проходит по подиуму, держа осанку. Бизнес-вумен с улыбками на устах. Участвовать в конкурсе могла любая студентка университета в возрасте до 25 лет. Все девушки стали победительницами отборочного тура «Мисс Институт». Либо пройдя кастинг, который проводился оргкомитетом конкурса. Девочки готовились к конкурсу на протяжении 2 месяцев с педагогами по хореографии, сцен-движению, актерскому мастерству и прочее. Сегодня конкурс девочек готовили профессиональные парикмахеры, визажисты, в общем, целая команда творческих, креативных людей. Еще один выход – это дефиле в оригинальном костюме в стиле «Лесные нимфы». Творческий конкурс напоминает музыкальную программу «Один в один». На сцене девушки должны воссоздать образ известной звезды шоу-бизнеса. Спустя почти 2,5 часа ожидания жюри подвело итоги. Победительницей в номинации «Девушка в стиле альфа» и вице-мисс университета стала Татьяна Свитлова. «Деловой мисс» назвали первокурсницу Института права экономики и управления Екатерину Орлову. Ну а мисс университета в этом году по решению жюри стала Ольга Шиянова, студентка первого курса Института естественных наук и техносферной безопасности. На самом деле я даже не рассчитывала, что я выиграю. Я даже на вице-мисс не надеялась. Даже где-то там далеко-далеко. Да. Ты же пошла, ты же что-то делаешь. Ну, мне было интересно. Ну, мне было просто интересно. Здесь куча эмоций получила. Я не надеялась на что, правда. Переходящая каждый год от вице-мисс к новой, инкрустированная стразами корона и золотые часы на память. Все это досталось победительнице. Она также получила и приз зрительских симпатий.